Кандидаты в Архангельское областное собрание депутатов распределили эфирное время на телеканалах региона. Накануне в столице Поморья прошла жеребьевка среди кандидатов, одномандатников и политических партий. Свое эфирное время представила и Ненецкая телерадиокомпания. Согласно областному закону, государственные средства массовой информации предоставляют кандидатам бесплатное эфирное время для агитационных мероприятий. Ненецкая телерадиовещательная компания на эти цели выделяет 600 минут телерадиовещания. Это время распределено между кандидатами от политических партий и кандидатами по первому одномандатному округу. Период проведения агитации с 10 августа до 0 часов 7 сентября. На телеканале «Север» вы сможете узнать о предвыборных программах с 8 до 8.30 утра, на дорожном радио с 20.30 до 21 часа, на радио России с 7:30 до 8 вечера. То время, которое предоставила телерадиовещательная компания, оно будет как раз во время, когда жители, избиратели находятся у телевизоров, и как раз, наверное, смогут и партии, и кандидаты довести до них о себе какую-то информацию, а уже избиратель сам определит, какую партию кандидата он выберет.